Друзья, всех приветствую! На связи Борис Оборотов и компания gsmrepeater.ru. И сегодня у нас необычное видео, сегодня у нас видео о возвратах. Техника не идеальна, крайне редко бывает, что она выходит из строя, и нам ее присылают обратно. Сегодня мы поговорим о возврате репитера, посмотрим, что у него сломалось, починим его и отправим обратно клиенту. Мы уже находимся у наших инженеров. Так что меньше слов, больше дела. Вернули репитер GSM DKS-3G Baltic Signal. И клиент слишком переусердствовал при накручивании разъема и вывернул его. Сейчас разберем, припаяем и, я думаю, все заработает. Проверим, соответственно. Да. Вот здесь мы видим оторванный контакт, который перекрутили. Сейчас мы нарастим дорожку и припаяем. Разъем припаяли, закрутили. Сейчас подключим антенны и произведем проверку. Подключим внешнюю антенну, внутреннюю антенну. Подключаем питание. Включаем репитер. На пауэр-сенсоре смотрим силу усиления. И вот внизу у нас анализатор спектра. Смотрим, какие частоты он усиливает. Итак, друзья, репитер отремонтирован, отправляется обратно к покупателю. За это денег мы не берем, так как это сервисное обслуживание. Спасибо за просмотр. С вами был Борис Оборотов и команда gsmrepeater.ru. До новых встреч!